Всем привет! В этом выпуске мы будем строить врата в ад! Да, те самые врата ад. Но сначала давайте быстренько пробежимся по изменениям. Достроил я крышу, построил, видите, здесь стекла желтые, красные. Изменил я текстур пак по просьбе зрителей. Почему-то именно на 7-м выпуске им не понравился мой текстур пак. Я изменил на тот, который предложил зритель. Не знаю, мне, в принципе, все равно, пускай будет так. Потом, что я еще узнал полезного? Медные провода, полное санье, запомните. Здесь очень много надо учитывать. Я почитал на Вики, все это изучал, да. Оказывается, чем длиннее провода, то есть чем дальше идет проводка, тем больше падает у вас само напряжение. Именно поэтому медные провода вообще самый неэкономичный вариант. Самый лучший вариант — это вот оловянные провода. Вот изолированный оловянный провод — самый лучший вариант. Потому что у него начинает падать электричество на единицу после 40 блоков. После 40. Вы можете сами прочитать, как обстоят дела с медными проводами. По-моему, у медных проводов там начинает падать, ну, примерно даже с 5 блока. Или с 5, или с 10. Представляете, какая разница? То есть, если у вас, например, от ветряка идет провод, там 5, 6, 7, 10 блоков, то уже минус одна, короче говоря, минус одна, как это называется, электричество это тупое, подожди сейчас, секунду. Вот здесь надо глянуть, вот, ватт, ну пускай будет ватт даже, ладно. Минус 1 ватт, то есть я уже, давайте будем называть ватт, так самый удобный вариант. То есть я уже говорил, что ветряк может вырабатывать от 0 до 5 ватт. Это в зависимости от расположения, скорости ветра и так далее. 0 ватт, это если прям поставить плотную сюда вот площадь, да? И здесь будут мешать блоки, он будет вырабатывать 0 ватт. Вот они, ненавижу, ненавижу. Говно тупое. У меня же этих проводов, не знаю, уже 2 стака. Так вот, все, я поставил, видите, везде такие оловянные провода. Энергия стала вырабатываться гораздо лучше, видите, почти моментально. То есть еще поставить 2 ветряка и будет стандартно работать. Ну, речь не об этом вообще, да, мы сегодня делаем врата. А, да! Давно я их не делал, я не помню как делать, я помню одно, что для этого нам нужен будет обсидиан. А сколько обсидиана, надо будет глянуть, я могу глянуть? Ну-ка, подождите. Сделаем так. Обсидиан. Нет. Блин, здесь не отображается, да? Я вспомнил. Подождите, 3 слева, 3 справа, 2 сверху, 2 снизу. Точно, все, я вспомнил. То есть сколько нужно будет? И там еще, по-моему, может быть такой баг, что они могут не запуститься, если мы не поставим по бокам. Поэтому 3, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 10 блоков — это такой самый минимальный вариант. Но лучше, чтобы не рисковать, 12 блоков, правильно? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нет, подождите, еще раз. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 блоков. Что такое дымится? Ладно, все. Тогда сейчас мы пойдем добывать 14 блоков обсидиана. В принципе, это сделать довольно легко. Для этого нам нужна лава. Кстати, еще что хотел сказать. Сейчас, пока начало, да, я стараюсь максимально извергать информацию, понимаете, по разным темам. Я научился, как можно сверлить прямо в воду. Вы же знаете, что установка не работает, если там вода. А знаете как? Примитивно. Просто в том месте, где у вас идет борт, да, вы просто там ставите блоки. Вот видите, вот эти блоки стоят. Вот с той стороны так же, и все. Просто поставили от самого дна до вашего бура блоки, и ему вообще срать на воду. Он просверлил блок, вода не попадает. Вот такие вот дела, какой я умный, сам додумался, как всегда. Вот вы видите, да? То есть блок прям идет, ой, это, бур прям в воду идет. Ему все равно. Но так можно... Ой, тихо, я аж испугался. Так можно сделать, только если поставить туда блоки. Любые блоки. Песок, без разницы. Поэтому все, теперь я могу сверлить прям в воду. Это же другая история. Все. Сейчас тогда я подготавливаюсь, чтобы ломать обсидиан. Насколько я помню, там нужна нам кирка алмазная. У меня алмаза полно. 12 штук.
9 динамит, это я нашел, секретные такие постройки, да? Там, кстати, еще нашел в этой секретной постройке, знаете, что вот эту фигню, алмазная конская броня. Я не представляю, зачем она, наверное, для коня. Но я не, это, когда я играл, нельзя было приручать коней, я давно очень играл. Может быть, сейчас можно. Кстати, где-то лошади бегали, надо попробовать. Хотя смысл по острову бегать на лошади. Ладно. Все, я сейчас, короче, все подготавливаю. А мы вместе с вами подготовимся и пойдем. Сделаю эту фигню. Она не работает. Это ваттмер. Ваттмер. Он нужен, чтобы измерять электричество, да? Ватты, как я и говорил, ватт. Во, я даже неправильно говорил. Молодец. Количество передаваемой энергии в проводах. И что вы думаете? Она не работает, твари тупые. Я читал на ней вики. Но надо не забывать, что этот мод, он экспериментальный, поэтому что-то может не работать. По идее, я ударяю один раз, идет замер, второй раз выдает электричество. Но не выдает. Я пробовал миллионы вариантов. К сожалению, не работает. Хотя он очень помогает, очень помогает, чтобы максимальная эффективность, понимаете? Чтобы выжить максимальную эффективность. То есть, чтобы узнать, сколько проходит энергии по проводам и так далее. Ну ладно. Во, видите, даже так. У него нету ни прочности, ничего. Это полное говно, вообще не работает. Ну, параша. Хорошо, это мы выбрасываем. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас идем за лавой. Там нам нужно будет всего лишь два ведерка. Изи. Два ведерка у меня есть в машине. Подождите сейчас. Напишите в комментарии, кстати, вам нравится такой текстур пак? Если вам нравится такой, буду играть с таким. Все для вас. Вы чуете, да? Все только для вас. Мы сейчас идем не сюда, а идем вот сюда вот. Так, я уже не играл денек. День с половиной Майнкрафт, поэтому надо привыкнуть к управлению. Кстати, помните, я говорю, что если сюда класть капсулы, автоматом будет помпа брать. Нет, не работает почему-то. Опять же, я это не сам придумал, ковыряясь в носу. Я читал вики и так далее, что если вплотную ставить сундук с капсулами, помпа берет автоматом. У меня не брала. Когда я первый раз врезался в воду, у меня очень много воды было. То есть помпа полностью заполнялась. Но капсулы вообще не работали. Так, вот железной руды у меня уже миллион. Ну это хорошо, это хорошо. Все, мы взяли два ведра, смотрите. Для чего? Я вас сейчас всему научу. Во-первых, берем воду. Вот здесь у меня воды полно. Теперь берем воду только в одно ведро. Теперь нам нужно пойти в шахту. Сделаем ускорение. Я хотел здесь сделать что? Рельсы. Как я это обычно делаю. Но, к сожалению, до этого руки не дошли. А руки дошли до бурной установки. Еще мне зритель посоветовал, чтобы я ломал с помощью этого бура. Помните, когда я открываю бурную установку, там лежит бур. Хватит шуметь. Ах ты тварь, а. Ах ты чмо. Так вот, можно отдельно... А что так темно-то? Подождите, я не понял. Вась. Слышь! Во. Так. Так вот, можно сделать отдельную бур, да, который в руках держишь. И с помощью его, я посмотрю обязательно, как он работает, мне интересно. Так, нам нужна лава, да? Давайте я сделаю ускорение, чтобы вы не ждали полчаса. Но вопрос в том, где эта лава. Попробуем здесь найти ее. Самое главное, что я взял алмазную кирку. Я забыл даже посмотреть на нее. Подождите, а где лава-то? Стоп, стоп, стоп. Ну вот у меня радар, да. Угу. Кстати, радар такой, знаете, у него есть погрешность. Ах ты чмо! Погрешность, да, то есть далеко не всегда понятно, что где находится. То есть ты думаешь, типа, вот за этой стенкой лава. Я прокопаю вперед, там лавы не будет. Она будет где-нибудь вверху. Это, в принципе, хорошо, я считаю. Стоп, а где... Подожди... Так... Где же у нас лава? Чё, какая-то шахта незнакомая. Такое ощущение, что я здесь не был уже миллион лет. Хотя, реально, у меня не было миллион лет. Я думаю, я в две стороны копал. Вот там у нас лава есть, да? Давай, да, давай, братюня. Давай, лаву. Ну, по радарам, если судить, то я прям бегу в лаву, видите?
Давай, братюня, ускорение, ускорение, ускорение. Да тут что, везде что ли зеленые чмыри? Так этого говна мне уже полно, минимум там 3 стака или 4 уже. Ой, ладно, не будем отвлекаться, не хочу, чтобы вы потом страдали. Вот, ну смотрите, опять же. Где-то здесь лава, да? Вот она лава, я вспомнил, во-во-во. Хорошо. Так, смотрите. В принципе, пускай она стекает, нам как раз это и надо. Мне все равно туда идти не надо, и тем более я могу в любой момент лаву убрать. Так, я слишком низко нахожусь, да? Хорошо, сделаем тогда вот так. Что мы сейчас делаем? Вот, когда мы нашли лаву, да? Самое главное, чтобы я смог ее поднять. Я смогу же положить его в ведро? Подождите. Или мне надо будет искать основание? Тварь, а, да. Сейчас, секунду. Надо искать основание лавы. Так, сейчас. Это вот обязательно нужно сделать. Найти основание, чтобы я мог заполнять ведро лавой. Что, польешься? Нет, нормально. Так, давайте покушаем говна, навернем. На что они? Да. Ладно. Я думаю, вы пересрались, но это нормально. О! Теперь, смотрите, там, видите, бесконечная лава, грубо говоря. Что мы сейчас делаем? Нам нужно выкопать, да, через один блок, вот такие вот блоки. Вот так. Нет, нет, не вот так. Вот так. Ну, в идеале. Ой, что-то было. Господи, я не тут сделал. Ладно, все, вот так. Вот так. Блин, тупое говно. Вот так. Ну, например, вот так, да? То есть, таким образом я смогу сейчас получить 5 блоков обсидиана. Хотя, может, надо было легче сделать. Надо было, наверное, открыть эти блоки, чтобы потекла лава, и я бы ее водой облил. Да? Наверное, так было бы легче, реально. Ну, мы сделаем, знаете, как мы сделаем грамотно. То есть, аккуратно сделаем, чтобы лава нас не заливала. Вот таким вот образом, да? Теперь мы делаем вот так. Ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штук мы считали, правильно? Все, теперь давайте я перемотаю, чтобы вы не ждали. Видите, таким образом мы ломаем блок. Блок очень долго ломается. Все, получил я первый. Давайте, когда я соберу сейчас 12, я вам покажу. Так, ладно, сейчас последний камень остался, по идее. В принципе, это немного времени заняло, может 5 минут максимум. Все, 15 штук есть, и хватит, 15. Все, let's go. Так, еще нужно будет сделать зажигалку, правильно? В любом случае, зажигалку нужно, чтобы поджечь это говно. Я не помню, как ее делать, но мы сейчас посмотрим. Let's go, let's go. Надо еще подумать, где его делать. Еще, знаете, что я еще придумал, как попробую сделать? В высоте, на высоте, на большой высоте сделать. И все. Чтобы было красиво. Так. Сейчас мы просто врубаем нитро. Так, там у нас ночь. Сейчас могут меня убить. Надо быть осторожным. Хотя... Нормально. Это ночь или день уже? Что-то непонятно. Ну, в любом случае, мы сейчас поспим. Что ж, let's go, да? Так, теперь нам нужно сделать следующее. Зажигалка. Ну, зажигалку, я думаю, я сделаю без проблем. За... Как он называется? Это не зажигалка. Мы сделаем вот так. Пор. Она делается из пороха, я точно помню. Нет. Кремень? А, из кремня делается? Подожди. Да, из кремня. Во-во-во. Огневом. Огневом. О, вообще легко делается, смотрите, то есть железо есть. О, у меня все есть, я уже готов сделать прямо сейчас. Изи! Изи-бризи! Теперь мы делаем вот так, вот так, вот так. И вот так. Возьмем много булыжника, для чего? Если я все сделаю правильно,
То давайте я сейчас сразу я выложу лишнее. Если я все сделаю правильно, то я сразу попаду в другой мир, в ад. Да? А там мы сразу подготовим почву для себя. То есть мы ворота закроем домиком. Это мы должны перенести. Как много у меня кирок-то, а? Так, сейчас быстренько все уберем. Давайте уберем. Опа. Оставим. Это у меня ВКонтакте было, извиняюсь. Я забыл опять выключить. Просто, знаете, много закладок открыто. Ты вроде закрываешь, а что-то не, ну, забываешь закрыть, к сожалению. Все, let's go. Теперь давайте сделаем ворота где-нибудь вот здесь вот. Там, так, 3, 2, 4. То есть, получается, в ширину он будет 4 блока минимум. Так, сейчас, секунду. Кое-что я забыл. Надо будет много дерева. Ну, немного? Во! Я хочу сделать лестницу. Высокую лестницу. А я могу из этого говна сделать лестницу? Подождите. Вот тупое говно. Ненавижу эту древесину гивеи. Из которых я добываю резину. Во, доски. Так, во, у меня же еще есть, да? А, нам нужны палки. Палки есть. Ну и вот так давайте парочку сделаем. Я думаю, такая высота нормально будет. Буду подниматься и спускаться. Так, 17 блоков в высоту мне нужно будет сделать. В общем, бы и нет. Делать так, чтобы он смотрел на меня. Не так, он никак не будет смотреть на меня, поэтому сделаем здесь вот, пускай вот так смотрят. Нормально. Ну, короче, в любом месте делаем. Так, подождите, как бы я сделал, чтобы я потом выжил? Три блока, так, let's go, я пока думаю, ладно. Вот так будем делать. Так, три блока. Кто не в курсе, чтобы остановиться на лестнице, нужно сжать shift. То, чтобы он не спускался. Так, 3, 4, 5, 6, все быстренько, 7, 8, 9. Какая разница, я сейчас сделаю просто, пока у меня лестница не кончится и все. Осталось еще немножко, вам недолго ждать. Опа. О, вот так будет быстрее, точно. Оп. Чё-то как-то высоковато, вам не кажется? Надеюсь, что я не упаду. Так, подождите. Я shift нажал. Раз. Пускай будет так. Да, пускай будет 5 блоков, потому что 4 блока будет некрасиво. Вот так и вот так. Ну, вот так даже пускай будет. Все. Ну-ка, подождите. Так, здесь у нас сколько блоков? Раз, два. А здесь у нас раз, два. Все правильно. Вот она середина. Я же запутался. Будет немного кривовато. Ну, ладно. Все, let's go. Теперь дай мне сюда. Теперь ставим эту парашу. Будет немножко кривовато. Здесь вот поставим. Если что, здесь я его беру. Вон, кстати, лошадь плавает. Пробую сначала сделать таким макаром. Вот так. Я не помню, но, по-моему, такое может прокатить. Да? Если не прокатит, то мы уже поставим нормальные блоки. Блин. Ну ладно, сломаем тогда блок, если что. Вот, получается, вот так. Потом вот так. Вот так. Раз, два. Здесь то же самое. Правильно? Угу. Это парашу мы сейчас уберем. Ну что ж, я надеюсь, я сделал все правильно. Такая красота. Если я все сделал правильно, то... То что должно зажечься. Это чудо. Здесь можно, кстати, ступеньки сделать и все.
О, смотрите. Так, у меня факела нету. Я боюсь, там такой звук страшный. Да я шучу, я ничего не боюсь в жизни своей. А я могу отсюда спрыгнуть, да? Нет, не смог. Смог, смотрите. Сейчас мы кое-что возьмем и пойдем в ад. Сейчас, секунду, секунду, секунду. О, быстрый спуск вам, нормально. Все продумано до мелочей. Нужно будет взять хлеба тогда, выложить лишний обсидиан. Эту помойку выложим. Так, это уберем. Потом обсидиан выкинем. Возьмем хлебушка. Так, и еще я хотел взять... мне нужен факел. Так, вот так. Раз, два, три. Нормально. Оп. Оп. И вот так вот. Все, отлично. Ну что ж, let's go, let's go, let's go. What? Так сказать. Так, смотрим. Какая красота. Пам-пам-пам. Подниматься, в принципе, недолго. Минут 40. Так, все. Ну что ж, пошлите. Я бы еще лесенку, блин, сделал. А я не могу здесь сделать, да? Ну, в принципе, я все могу сделать. Так, let's go, опа. Так, ладно, хватит мне один раз. Так, сейчас, секундочку. Это просто будет украшение. Кстати, мне как раз там нужен будет станок. Ну-ка, если я сделаю вот сюда, вот. Блин! Тихо, тихо! Подождите. Да господи Иисусе! Стой же ты! Ах ты, тварь тупая, а! Ах ты, чмошница! Аккуратно поднялись. Ну во, как-то так. Ну что ж, let's go. А, еще... Я чуть туда прям не полетел. Как смешно. Ладно, все, в самое пекло. Так, прогрузка. Окей, как же здесь давно-то не был. Прикольно. Так, теперь что мы должны сделать? Нам... Где я вообще? Вот он я. Нужно сейчас быстренько тогда сделать основание для домика. Основание для домика. Тем более, этот камень, да? Это, по-моему, адский. Адский камень, да, он может гореть. Есть крипы, которые поджигают, стреляют огнем. Они могут поджечь камень, да? И в итоге мы отсюда не уйдем. Хотя, выход сюда есть, в принципе. Посмотрим, что потом можно будет сделать из этого камня адского. Так, теперь давайте сделаем вот так, вот так, вот так. Это будет основа для моего домика. А, я забыл сделать. Хорошо, мы сейчас сделаем дверьку. Чтобы я мог спокойно, да, зайти, спрятаться, сидеть там, посрать, делать все свои дела и так далее. Ну, сами понимаете, да? Абсолютно нормальные людские дела. Это норма. Так, все, let's go. Оп, 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 оп. Ну нифига я мастер, фломастер. Алмазов много, можно тратить кирку. Ага. Сейчас надо сделать еще здесь слой. Ах ты, твари. Я думаю, такого домика нам хватит. А, надо будет еще блин стенку делать. Так, сейчас. Сейчас, секунду. Это самое первое, что нужно сделать. Кстати, насколько я помню, врата появляются рандомно в разных местах. То есть, если я сейчас сделаю новые врата, они появятся в новом месте. По идее. То есть, как будто он открывает, да, новые ворота. В ад. Вот так вот нормально будет. Ага, красота. Ну и где-нибудь здесь вот вход сделать.
Ладно, давайте сейчас я построю домик, чтобы вы не мучились, не страдали, и покажу вам. Ну, как-то так, короче. Нам было потолок немного повыше, ну, так, в принципе, тоже нормально. Кстати, там уже до меня домогаются, мрази. Не дает мне покоя. Видите, я только пришел в локацию, уже все нападают. О! Ты чё, ты пес что ли совсем? Около ПВП. О! На! Не, никудышный из меня ПВПшник. Давай, давай, давай! Так, тушим, тушим, все тушим. Вы видите, да? Здесь как бы все горело. Так. ПВП. Псина, иди сюда. Окей. Не, он что-то слишком далеко. О, тю-тю-тю. С одного удара убил. Вернуть отправителю. Прикольно. Значит, что-то, наверное, выпало у него. Это что такое? Ваша секунда, наверное, порох, да. Это логично, потому что он огнем, да, стреляет. Так, что у нас здесь есть? Подождите. Вот эта фигня, что такое? Что там, это фигово ломается? Это что такое вообще? И что это за камень такой? Другдга. А, это, наверное, дополнение. А это что такое? Кварц. Не знаю. Кварц, кварц, кварц. Что с ним делать? Посмотрим. Давайте соберем тогда. Сейчас быстренько поизучаем мир, что у нас здесь есть. Сейчас вот позади меня, взаду, да? Взаду меня. Стоит зомби. Но они вас не будут трогать, пока вы их не ударите. Если я ударю, хоть одного зомби я ударю, то все зомби, они будут враждебные. Все зомби будут враждебные. Какая красота. Все. Здесь, кстати, в этом мире, да, в аду нельзя ставить кровати. Здесь нельзя ставить ветряки, которые добывают энергию. Солнечные батареи, я не знаю, можно, нет, наверное, тоже нельзя. То есть ветряки, они просто будут все время выдавать ноль энергии. А что здесь вообще делать надо-то? Я не забыл. Здесь нужно добывать ресурсы. А какие-нибудь там плюшки? Есть какие-нибудь секретики? Я не помню. Так, там внизу лава. Вот этих зомби можно поубивать, да? Но я уже говорил, если на них напасть... Лучше нападать под самый конец, когда я буду убегать от них. У них, по-моему, что-то выпадать может, да? Итемы их не выпадают. Вот, это кирпич есть. Вы же меня не трогаете, да? Ну-ка, подождите. Вот там что-то есть. Интересно. Здесь что-то темно, но это логично, да. Так, вон какая-то еще какашка висит. Фига здесь зомби, а почему они нас не трогают? Бред какой-то. Что им еще вообще делать? Это пыль, да, обосранная, да. Не, в принципе, хорошая вещь. Пригодится. Хотя ее добыть не так сложно. Ее можно из песка добыть, если лопаты копать. Где-нибудь там в подземелье. Оп. Ее можно эти рукой ломать. Не обязательно кирку, конечно, вам портить. Так, давайте. Опа. Опа. Оп. 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 Я помню, что здесь эти постройки будут, которые сейчас мы это увидели, да? Там, по-моему, должны быть секреты, кстати. Все, темнотень. Пригодится нам все это чудо. Че ты смотришь, пес?
Так, SG. Ням-ням-ням. Видите, здесь тоже рандомно генерируется вся эта шляпа. Кварц. Ну, я уже потом посмотрю, для чего он пригодится нам. Давайте хотя бы немножко добудем. Кстати, за него так нехило дают опыт, посмотрите. Ладно, все хорош. О! Да, меня всасывает это говно, ну понятно. Как песок, короче, замедляет. Так, а что же еще есть? Здесь, по-моему, должен прям замок быть большой. Интересно, здесь еще какие-нибудь существа есть? Ну-ка, давайте посмотрим, поизучаем. Я, конечно, могу с одного удара сразу троих положить. Это не проблема для нас вообще. Вон какое-то говно. Это алмазы, что ли? А здесь что, могут быть алмазы? Я вот не помню. Ну-ка, давайте глянем. А-а-а, псина тупая. Кстати, у него хп вообще мало. 10 хп. Пошла отсюда, мразь. Хорошо, что я лук забрал. Кстати, я ни одного лука не делал, да, в этих играх. Все забирал у скелетов. Ну, раз халява, почему бы и нет. Так, ну-ка, это что такое? Это алмаз? Или это краситель сраный? Нет. Тоже какая-то новая фигня из дополнения. Ну-ка, что такое? Какой-то амулет можно делать. Ну ладно, это все потом. Сейчас мы идем дальше. Ай. Изучать. Что это было? О! О-о-о-о! Ты пёс-то! Инфри, смотрите, а! Он хочет, чтобы я его обоссал? Ничего себе, он дерзкий поцик. На, мразь. Лови пулю в лоб. Я шнайпер. Ох ты, почти. На, псина, так. Самое главное, в этого дебила не попасть. Инфрит. Я таких вообще не помню, кстати. На. На. А, и там еще один. Да сколько же вас? Хорошо, обоссым всех официально. На, мразь. Еще один? Да они что, бессмертные, что ли? Или, может, я туплю? А, это респаун! Подождите. А я могу же его сломать. Блин, как я этого слезу-то? Стоп, стоп. Я бы сейчас прыгнул, но я что-то... Так, теперь мы сделаем так. Не забывайте, что респауны... Ой, нет, я, видимо, ошибся. Я ошибся. Я хотел сказать, что респауны боятся света, но почему-то он зареспаунился. Давай, братюня, живи! А! Почти! Ну ты пёс! Оп-оп-оп, так, ну-ка, отошли, повернулись. На, мразь! Натягиваем. А, больно. А, жопа горит. Жопу больно. Так. Мау! Там сейчас еще один появится. Тварь. Сдохни. Давай, братюня, давай, сломаем. А я могу взять, нет? Ну, пожалуйста. Те же нефриты, что-то я нашел. Не умат, если бы я мог этот респаун перекинуть. А, нет, наверное, нельзя, да? Или еще неправильно сделал. Скажите, пожалуйста, в комментариях, ладно? Напишите, могу ли я... О, кстати, это не порох был, это слезы Гаста, это не порох. Могу ли я их не респаун поднимать? Напишите вообще, как это делать. Непонятно, я какую-то фигню нашел. Варочная стойка. Портал став. Огненный порошок. Но это все не то.
Зачем мне нужна варочная стойка? Эх, по-моему, как-то можно все-таки брать. Ёлки-палки, что же она исчезла? Так, ладно, все, бежим. Опа, братюня! Огр. По лбу тебе чмо, лови. Огр, ты больше не огр. А у меня стрел нету, да? Да, пес. Придется тебя так обоссать, что ли? На, пойди передо мной, псина. Он еще нам дал пофармить, молодец. Собрал блокинг. Что-то даже не страшно, ну ладно. А дальше как? Опа! Тихо, аккуратно. Ну-ка. Блин. По-нормально, ничего страшного, пережили. Меня разок ударили. Стоп! Так, это... Она не присасывает? Это какая-то другая какашка, да? Это какие-то души? Это, по-моему, души. Песок души. Он вообще не нужен ни для чего. Вообще не имеет крафта. Нету крафта. Ну, а что он не нужен? Да, ну давайте накопаем, в всякий случай, немножко. Так, все, продолжаем исследовать мир. А вот это что такое стоит? Почему он здесь один стоит? Это, наверное, тоже липучка эта тупая. Да, это липучка. Ненавижу этот блок. Кстати, можно умереть в этом блоке, если... Если сверху упасть. Так, я не вижу, подождите. Вот там какая-то постройка, я про нее говорил. Ни хрена не видно вообще. Дайте мне плюшку. Так, давайте я тогда сейчас пока гляну время, сколько у нас осталось, да? А потом уже решим. Я могу, в принципе, и один продолжить, или с вами посмотрим. Здесь надо всю локацию изучать, искать, искать, искать. Так, он здесь мне не попадет? Попадет. На, мразь. Фига он дерзкий. Вот, самое безопасное место было как раз здесь. Так, сейчас, секунду. Все, да, время уже много, давайте прощаться. Ну все, все, что я хотел, я вам показал. Мы добыли обсидиан, построили ворота. Видите, я все помню, как это делать, это хорошо. Вы обязательно напишите, я могу переставлять респаун или нет. По-моему, я могу. Я знаю, что есть респауны пауков, скелетов. Здесь был в виде, это респаун инфритов, да? Мог бы я как-нибудь подобрать его и поставить в своем мире? Напишите, хорошо? А я уже просто сейчас побегаю, посмотрю, может что-нибудь найду полезное, вам уже потом покажу отдельно. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.